Добавление нескольких петель в начале работы в тунисском вязании. В начале наборного ряда набираем столько петель, сколько мы хотим прибавить. 2, 3, 4, 5. Затем пропускаем одну петлю и в следующую петлю вдеваем крючок и протаскиваем крючком петлю. И так протаскиваем петли через все петли воздушной цепочки. И вот у меня на крючке образовалось дополнительно 5 петель. Далее вяжем тунисские столбики так, как мы это делаем обычно. Вводим крючок справа налево под верхнюю ножку столбика и протаскиваем петельку. И так вяжем до конца ряда. В обратном ряду закрываем все петли, как обычно. Сначала крайнюю провязываем одной петлей, а затем вяжем вместе по 2 петли. И так вяжем до конца ряда, пока не закроем все петли. Я провязала ряд до конца, и теперь можно вязать дальше. Количество петель у нас стало больше. Приглашаю посетить страницу каталога, где вы найдете все обозначения и уроки по тунисскому вязанию. А также, если вам был полезен этот урок, ставьте лайки, и я буду рада вашим комментариям.